очередной летний фестиваль «Фишер 02-2015» Республиканский рыболовный клуб «Акидель» проводил, как и в прошлом году, на берегу реки Белой, недалеко от поселка Тугай. И, как всегда, под флагами акиделевцев и многочисленных спонсоров фестиваля собралось большое количество рыбаков, членов их семей, а также просто желающих поприсутствовать на этом празднике. Веселые, приветливые лица фрумчан сайта fisher02.ru стали неотъемлемой частью визитной карточкой этих фестивалей. Здравствуйте, господа рыболовы! Рады приветствовать вас на очередном летнем фестивале fisher02.ru. Это же наш общий праздник! Один из наших генеральных спонсоров! Раньше были блесна от Емели, теперь есть сухарики от Емели. Все фестивали, проводимые клубом «Акидель», по своему характеру схожи между собой, и все же в каждом из них есть свои отличия. Изюминка, что ли? Торговая марка «Емеля». Привезли. Последненько. Сегодня всем сухари, да, как бы... Всем раздаем. А вдруг клевать не будет ли это? Подготовка снастей – серьезное дело. Ну а прикормка – это уже особая статья. Как всегда, в номинации «Поплавок» принимают участие дети. Соревнования в самом разгаре, и кое-кому сухарики, пожалуй, придутся в самый раз. Тишина, ни одной поклевки. У меня ничего не происходит. Абсолютно. И поводки поменял, и насадки перебрал. Пока глухо. Осталось только стол поменять местами. Совсем, я говорю, поклевки не видел. Чего только не пробовал. И поводком играл, и насадки разные. Вот эти две штучки поймал, и все. Пока он голавлик, это я пахну. А вот там, похоже, клюет.
потихонечку перенимают эстафету от юных рыболовов и взрослые мужи. Первая поклевка и, походу, единственная за сегодня. Чемпионский лов. На импровизированной игровой полянке заботливые мамаши развлекали детишек всевозможными забавами, пока более взрослые члены их семей заняты делами посерьезнее. А тем временем почетные призы и памятные подарки в ожидании своих обладателей предоставлены на всеобщее обозрение. Незаметно пролетели 4 часа, отведенные в соревновательной части фестиваля. Пришло время взвешивания. Сейчас еще раз. Четвертый. Тихонов Александр. Да. И под занавес показательный мастер-класс от Николая Николаевича. Обособились, уединились судьи. Подводятся итоги соревнований.
И вот на берегу реки Белой, в районе поселка Тугай, заключительное построение летнего фестиваля «Фишер-2-2015». Давайте же порадуемся вместе с присутствующими на награждении и скажем огромное спасибо республиканскому клубу «Агидель» за организацию летнего фестиваля «Фишер-02.ру-2015» и за возможность вживую пообщаться с сотоварищами из огромного племени рыболовов.